Bluetooth connected. Доброе утро. С вами шеф-редактор Андрей Князь. И сегодня тема нашего эфира под ваши вопросы, чтобы наши психологи смогли ответить на ваш вопрос. Это страх. И причины их возникновения. Страх – это наша естественная реакция на опасность или потенциальную угрозу. Однако существуют случаи, когда страх возникает без видимых причин или выходит за рамки разумного. В таких случаях важно понять, что является основными причинами возникновения страхов и каким образом они влияют на нашу психологическую составляющую. Основными причинами возникновения страха являются биологические факторы, социокультурные факторы, личностные особенности и травматические события. Биологические факторы связаны с деятельностью нашей нервной системы и генетическим наследствием. Страх может возникать в результате активации определенных участков головного мозга, отвечающих за эмоциональные реакции. Социокультурный фактор также играет значительную роль в формировании наших страхов. Он включает в себя влияние семьи, общества, средств массовой информации и культуры. В определенных культурах
определенные страхи могут быть принятыми и нормализированы, в то время как в других они могут влиять на наше отношение к страху. Они определяют нашу уязвимость и нашу способность справляться с тревожными ситуациями. Некоторые люди, например, более склонны к страху и тревоге, в то время как другие более уверены и устойчивы. Травматические события могут стать катализатором для возникновения страха. Это могут быть физические или эмоциональные травмы, которые создают ассоциации и вызывают страх в будущих ситуациях, напоминающих их обстоятельства. Например, после прохождения через аварию на машине человек может развить страх перед вождением или перед ситуациями, связанными с дорожным движением. В целом, терапия, когнитивно-поведенческая терапия или экспозиционная терапия возможно переоценить и изменить негативные установки и дисфункциональные мыслительные схемы, лежащие в основе страха. Таким образом, понимание причин возникновения страхов является важным шагом их преодоления и приводит к улучшению психологического благополучия. Разработка стратегий и подходов, основанных на этих познаниях, позволяет нам более эффективно бороться со страхами и обрести уверенность в себе и своих способностях. Исследование этих вопросов продолжается и вносит значительный вклад в наше понимание человеческого психологического состояния. Мы будем ждать ваших вопросов, чтобы решить ваши вопросы.